И, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы с вами вернулись в наш немного странный и пугающий городок под названием Strangerville, и нам стоит продолжить наше расследование. Как вы помните, в прошлой серии Джеки и Норман побывали странной заброшенной лаборатории, в которой они собрали кое-какие улики, и Норман решил оставить свою сестру дома и отправиться по соседям погулять, поспрашивать, мол, может быть, они что-то знают. Вот, вот посмотрите на эту дамочку, она явно что-то скрывает. Но вот, вот вот точно что-то скрывает. Мы вроде как в прошлой серии всем эм, троим этим персонажам подложили жучки. Будем их обязательно прослушивать, потому что вы только посмотрите. У нас тут пустыни везде и посмотрите, какие шикарные дома. Я думаю, что эти это семейство и вот то семейство явно что-то скрывает. Но пока что они нам показались очень милыми, хорошими, белыми и пушистыми. Вроде бы нас не прогоняли, мы с ними пообщались. И я предлагаю продолжить наши. Расследование, изучение. Давай-ка мы с тобой поболтаем. Лесли, давай мы с тобой обсудим интересы. Давай мы спросим вообще, э, чувак, ты можешь сесть на это кресло, как бы тут проблем никаких нет. Давай-ка мы э, обсуждать теории заговора. Давай пообсуждаем с тобой теории заговора и поговорим про Стренджервилль. А ну-ка расскажи мне, что ты знаешь про Стренджервилль? Дамочка, может быть, у тебя все-таки есть какая-то интересная информация? Кстати, если вам интересно, что будет дальше, обязательно поддержите этот ролик лайком. Потому что мне самой, честно говоря, очень интересно, что будет дальше. Я даже не представляю, чем может закончиться на наша история, тем более, что, как вы помните, в прошлой серии мы познакомились с нашими немного странными местными жителями. Ну что? Так, кто у нас там ходит? А ну-ка давайте посмотрим. Вы адекватно ходите или нет? Ну, ты вроде как... Ады... О, ребята, вот это да! Опять она здесь появилась! Джесси Сигвард, да, ребята. Давай попробуем поговорить с Джесси. Чувак, вставай давай. Тут как бы... Тут как бы есть кто с кем как бы можно поговорить. Вы только посмотрите на нее. Она явно какая-то нездоровая. Ну, мы же как бы Норман. И Джеки пока не знают, что вообще происходит в этом городе. Поэтому пока что это наши только предположения, что с ними явно что-то не так. Ну? Ты чего мне подмигиваешь? Ты пытаешься мне и ребятам подмигнуть? Нет, ну в принципе, хорошая идея. Подмигни-ка нам еще раз. Не, не хочешь? Ой, мамочки, ты как-то слишком быстро до нее добрался. Ладно. Подбросим тебя? Слушайте, у нас еще один жучок есть. Давайте мы ей подбросим жучок. А, дамочка, вы очень хорошая. Все, подбросили. Ага, Джесс не заметила, как мы подбросили ей жучок. Хорошо, мы тебя успокоить тоже не можем, да? Ага, у нас пошла, пошел тут махач, нет. На самом деле это у нас просто немножечко так позы срабатывают. Ну хорошо, с тобой говорить не о чем, с ними со всеми пока что говорить не о чем. Давайте-ка посмотрим, может быть у нас тут что-то новенькое, блин, мне так эти как то нравятся. Ребята тоже во время обзора э, нашего или обратили внимание, что тут ну нереально классные эти кактусы добавили. Я предлагаю возвращаться домой. Я предлагаю возвращаться домой, так как мы пообщались э, с нашими ну, соседями, соседи нам толком ничего не сказали, поэтому предлагаю возвращаться домой и узнать, что же у нас продается, кстати, в таинственной лавочке возле нашего дома. Ну а наша сестрица тем временем готова пойти позаниматься. Давай-ка мы тебя отправим, а тут ты все время э, сидишь себе за компьютером, за ноутбуком. Ага. Ты у нас понятное дело пошел помыться в своем плаще. Наверное, ему кажется, что может его прослушивать не будут, если он в этом плаще будет мыться. Значит, как вы помните, у нас тут такая вот интересная лавочка, которая наверняка еще тут интересно. Потайной склад. Ух ты. Тысячи. Ну возвращайтесь, когда найдете странные споры в тайной лаборатории. Ух ты. И когда вы изучите дверь, ну, пока что мы ее не изучили. Купить вещицы, торговаться, купить одежду, купить и надеть необычную футболку, шляпу из фольги, необычную футболку и шапку просто из фольги. Хорошо. Давай поговорим сначала про Стрэнджервиль. Ты мне расскажи, пожалуйста, может быть, нам что-то торговец расскажет такое важное? Кстати, походу, наша собака уже успела все скушать. Только не говори, Оли, что ты голодная. Голодная собака не очень хорошо. Это будет ли вывести погулять, потому что он нам потом тут кучки какие-нибудь поставляет возле нашего трейлера и будет не камельфо. Ну что, уважаемая, что у вас можно купить интересного? Что у нас вообще есть с вами в рюкзаке? Ну у нас есть снимок необычного растения. Что ты мне скажешь? Так, в местной библиотеке можно встретить угу, ученых. Понятно. Можно подумать, мы об этом ничего не знали. Говорить про стринчервиль, торговаться. слышай давай мы купим у тебя какие-то вещицы. Что у тебя вообще можно прикупить? Вот что-нибудь интересненькое у тебя есть? А, гелевый светильник, понятное дело. А, желтый броненосец, жучок. Значит, мы и тут можем жучки покупать. Картина, картина, это мы все с вами видели. А, необычный фрукт. Вещь поблескивает. Ух ты! Руководство, предсказания судьбы для чайников, секретные изобретения. Слушай, давайте книги купим. Пусть они у нас с вами будут мало ли вдруг понадобится. Но у нас больше ничего такого нет, да? Картина, 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 жучки. Окей, ладно, давай хотя бы это возьмем. Что у нас еще есть? Купить вещицы. Давай-ка мы прикупим одежду. Я хочу купить и надеть необычную футболку. Это какая? С инопланетяжкой? это, мне кажется, было бы очень круто. А ну-ка дай мне футбол. Ребята, там какие-то жуткие звуки. Ага, давайте-ка посмотрим, как она выглядит. А, у тебя такая же... Слушайте, прикольная. Смотрите, какая классная футболка. Ну что, мы с тобой тут немножечко обогатились, прикупили всякие книженцы. Я предлагаю отправляться домой и посмотреть, что у нас тут есть полезного. Купить жучки, подслушивать. А ну-ка, давайте-ка мы подслушаем. Знаете кого? Джесс. Я хочу подслушивать Джесс. А ты чего спать пошла, дорогая? Или ты не спать пошла? А, ты пошла от стыда тут прятаться. Ну хорошо. Давайте подслушаем, чем у нас Джесс занимается. Мне кажется, это очень и очень даже важно. о, -о, -о ребята, вы помните? Этот сосед пришел, только не говорит, что он опять к нам идет. Может, он просто здесь гуляет? Чувак, проходи мимо, пожалуйста, даже не смотри в нашу сторону. Так, ты у нас садишься из-за компьютера, ты куда пошла? А ты у нас пошла водичку попить. Но я хочу, чтобы мы покормили Олли. Может быть, кстати, мы Джеки отправим погулять с Олли, потому что как-то наш братец сейчас занимается важным делом. Он подслушивает за соседями. Так, насыпала молочага. А, выброси, пожалуйста, выброси эти ужасные пирожки, которые мы кушать не смогли. Это у нас тут был мусорник. Да, мусорник у нас с вами есть. Нам, между прочим, завтра на работу. Угу. У нас завтра через 9 часов. Давай-ка мы возьмем Молли. Оля, пойдем гулять. Предложи дружбу, давай мы тебя погладим. Ну, что ты мне скажешь, дорогой мой? Как прослушивание, как подслушивание скорее проходит. Такс. Получи навык логики. Это хорошо, то есть наш Норман начинает потихонечку прокачиваться. Это чудесно. Ага, приказ. Э, никого в лабораторию не пускать. Э, доказательства засекречены. Давайте всех послушаем. Так, подслушать. Э, Элис, подожди-ка, мы сейчас всех выберем. Лесли и подслушаем Мередит. Мне почему-то кажется, что... Ага, ты должен кого-то одного слушать. Мне что-то подсказывает, что вот эти все... Наши товарищи, которые там на плато живут, они у нас как раз явно связаны с этими тайнами. Пойдем гулять. Дружелюбные, быть милой. А теперь мы друзья, все прекрасно. Мы можем с собой взять, что это нет. Уход с бетонцем. Отправимся на долгую прогулку. Но мы не должны теоретически бояться этих всех тварей. Теоретически, я надеюсь, они нас трогать не должны, когда мы. С... Ребята, ну согласитесь, что смотрятся они очень жутко. Посмотрите на этот кошмар. Мало того, что у него еще синяк, так он у нас еще тут разгуливает. А у нас хоть кто-то еще гуляет здесь или нет? Хорошо, что они ни на кого не нападают. Но мне что-то подсказывает, что до этого мы тоже с вами дойдем. А вот тут, кстати, военные нормальные ходят? Может быть, с вами все-таки стоит поговорить. А, Давай-ка мы подойдем к вот этой... А ну стоять, дамочка. Я хочу спросить про военную базу. Давай мы тебя задержим. Побежали. Джеки, побежали. Ну да, пока Джеки у нас дойдет до него, и до нее, и до него, там у нас несколько ребят в военной форме, я боюсь, что уже утро настанет, а нам желательно еще поспать. Ну-ка, что ты мне скажешь? Так, давайте почитаем-то. Угу, издобровать. Простая запись, хорошо. Нас-то не интересует. Давай-ка Элис послушаем. У Элис наверняка есть что нам сказать. Все, хватит тебе сидеть за компьютером. А, программирование, играть, карьера... Нет, мы пока что никуда а отправляться никакой карьерой заниматься не будем. Ну что, нагнали мы эту мадемуазель? Кстати, заметьте, Джесс мы нигде не видели. Вот она, наша странная подруга. Еле-еле передвигаемся. Ну, нам же с собакой гулять нужно, правильно? Ну что? Что ты скажешь? Соседушка наш тут ходит? С пирожком который? Нет, вроде бы свалил. Это не может меня не радовать. А он просто туда пошел. Я надеюсь, что ты не за джеки пошел, потому что если он отправился за джеки, это не очень хорошо. Ну что? Что ты мне, собственно, скажешь? Ой, они тут, смотрите, все в этих шапках прикольно ходят. Не, ничего ты мне не рассказываешь. Ага, нам не разрешено разглашать какую-либо информацию Я не собираюсь нарушать протокол. Ладно, а что ты мне скажешь? М -м так, смотрите, доказали более высокий уровень отношений. А да, мы представимся. Мы представим нашего песика и скажем, смотрите, у нас такой нежный песик. Мы такие все хорошие, смешно представимся. Ребят, они что-то, смотрите, они так стали, пересматриваются. Правда, у тебя еще какие-то сережки немножко странные, но ничего страшного. Я бы хотела. ободрить тебя немножечко. И рассказать тебе забавную историю. Как видите, у нас э, ничего нельзя воспользоваться вещественным доказательством, чтобы составить тайное досье. Угу. Печалька, еще тебя ободрим. Надо нам. Поговорить еще про Стренджервилл и узнаем тебя получше. Что, что у нас вообще есть? Десять, да? Награда у нас есть, все ребятки теперь. А ты лег спать, ну понятное дело. Простая запись. Угу. Снимки растений. Бутерброд с ветчиной мы почему-то с собой таскаем. Ладно. У нас тут, к сожалению, как видите, у нас есть две записи. Давайте мы э, все важное будем перекладывать нашей сестрице. Мы ничего не можем с этим пока сделать нам нужно 15 улик я думаю может нам стоит с вами опять отправиться в лабораторию мне кажется что там может быть что-то еще полезное мы не прослушали еще лесли 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 может быть она как раз что-то и скрывает я же вам говорила я вам говорила что она точно что-то скрывает а, все разош чувак проходи мимо пожалуйста просто проходи мимо меня удивляет немножечко, что на него никто не обращает внимания. Что все как-то ходят себе туда-сюда. Так стоять. А, мадемуазель, магнитный ключ мы можем запросить? Подождите, а как так-то? Подождите, мы просто так можем запросить. Нет, не кусай ее, пожалуйста! Чувак, не надо ее кусать. Просто проходи мимо. У меня собака. Просто смотри, левой, левой, правой, левой, правой, левой. Уходи, пожалуйста. Меня они очень пугают, ребят. Вы реально думаете, что она нам отдаст ключ? Саманта? Саманта, да ты же мне не дашь ключ. Я же должна быть, наверное, твоей подругой. <калимфа> Ученых или военных? Ага. Ну хорошо, военное приветствие. Кто мне уже звонит? А, Штраут. Ну спасибо тебе большое. Иди гуляй. Значит, нам нужно... Ребята, он мне только что позвонил, он тут же оказался. Я надеюсь, он ко мне домой не отправляется. Значит, нам нужно с кем-то из военных. Вот этот чел у нас почему-то здесь стоит. Я предлагаю попробовать поговорить с ним еще. У нас с ним более-менее отношения начинают складываться расследование Стрэнджервилля, и давай еще поговорим. Нам с ним нужно подружиться. Очень и очень хорошо подружиться. Жаловаться. Мы еще на работу не вышли, но мы уже можем пожар... пожаловаться. Так, офицер пятого уровня. Чуть магнитный ключ от закрытой лаборатории. А, отправить заявку. Печалечка, ребят. Мы с вами долго, наверное, будем получать этот ключ. Узнаем себя получше. А может быть, я могу как-то по-другому за? Давайте обсудим работу Блин, хотела с ним посмотреть на звезды, но думаю, что это будет немножко дико. Узнаем еще лучше. Хотя сейчас бы нам звезды очень бы очень помогли. Давай посмотрим, что у нас там со звездами. Где у нас эти звезды? Про солнечное. Я думаю, что ему солнечное. Отдать честь. Правильно. Правильно, правильно, правильно. Блин, мы хотим спать. Мы хотим в туалет. А вручать пода подарки я тебе не буду. Говорить, говорить, отдать честь, обсудить работу. Где у нас с вами посмотреть на звезды? Вот, давай посмотрим на звезды. Что ты мне скажешь? Джеки, ага, он у нас еще и одиночка. Ты досмотрел, да? Ага, книжный че. Ребятки, к нам штраут пришел. Но не надо мне еще кусать, чувак. До свидания. Магнитный ключ. Угу. Простая запись, блин. Они все какие-то обычные. Значит, смотрите-ка, у кого мы узнали у военных? Нам нужно будет прикупить еще жучков и поподкладывать их нашим военным. Мне кажется, это будет очень-очень полезно. Чувак, проваливай. Все, Штраут, ты меня напрягаешь, тебе тут делать нечего. А, Джеки. Джеки пошла домой, да? С нами никто не захотел разговаривать. Почапали. Погуляли с песиком. Я думаю, что Олли хватит. Оле хватит сегодняшней прогулки. Мне кажется, что наш пёш, пёс, тоже устал. Давайте-ка мы выспимся и с утречка отправимся на работу. Понимаете, в чем проблема, друзья? Мы даже поспать не успели. Мы не успели даже глаз один закрыть. Мы только успели сходить в душ и все. И теперь мы отправляемся. Так, тихо, тихо, тихо. Давай вставать. Значит, сегодня нашими расследованиями будет заниматься Норман один. Пока его сестрица там работает, я предлагаю так, ты голодный, ну что ж такое-то? Давай мы с тобой приготовим что-нибудь. Приготовь, пожалуйста, что-нибудь вкусное, сосиски с фасолью нет. Это точно не надо. Давай яичницу с беконом. Значит, какие у нас на сегодня планы? Пока наша, скажем так, Джесс там в тылу врага, ну, как мы понимаем, тут у нас военные многие зараженные. Она у нас там расследует свои какие-то делишки и, собственно, пытается заработать денег. Мы попытаемся отправиться и разложить здесь жучки. Значит, кому я хочу подложить жучок? Я хочу подложить этому товарищу, который у нас э, в самолете живет. Я хочу поподкладывать. У нас тут военные должны гулять. Давайте посмотрим. Давайте смотрим. Смай... И ученым я хочу поподкладывать. Точно, ребят. То есть, нам можно ученым подложить жучок, военным и этому чуваку с самолета. Хотя, может быть, он здесь и не вовлечен. То все. он же, типа, у нас жертва пострадавший. Так, меня уже кактусы пугают. Меня кактусы чем-то напоминают вот этих жутких военных, поэтому надо как-то аккуратно здесь ходить. Я пока хочу осмотреть местность. Вроде бы пока все идет как по плану. Никто у нас нигде не передвигается, странно. Так, а ну-ка. Ученых очень много, да? Значит, нам стоит с вами сходить... Я не знаю, в библиотеку, наверное, смысла идти нет. Нам стоит с вами сходить, наверное, в бар. Я так думаю, что там все тусят. Все, кому не лень. Все, ты приготовил? Ты молочага? Что такое? Ты чего? Оли? все должно быть в порядке. Я хочу все остальное положить в холодильник. Денег у нас с вами мало. У нас осталось только три тысячи. И что мы с этими тремя тысячами будем делать, я понятия не имею. Маловато. Мало денег. Но я надеюсь, что, может быть, Джеки что-нибудь сможет заработать. Ты покушал? Я тебе рекомендую пойти вымыть руки. Давай вымоем руки. Брать с собой в бар собаку мы, конечно же, не сможем. Чувак, шея затекла. Да я понимаю, спать на таких... Раскладушках, это, это дорогого стоит. Ноутбук у нас с вами есть. А, подождите, собрались, значит, уходить, а жучков прикупить. Ну, сколько мы с вами возьмем? Давайте 6 штучек. Я же вам говорила, что тут будет очень и очень много полезных личностей. Ты! Ага, значит, ты у нас лайнер. Мы тебя не знаем. Давай смешно тебе представимся. Будем э, себя считать таким вот весельчаком. хотя на самом деле мы очень замкнутые, закрыт Чувак, не смотри на меня так. Не смотри на меня так. Подходим к нему. Ты у нас присел. Чувак, лучше бы ты встал, потому что, понимаешь, мне нужно тебе с тобой, во-первых, поговорить, а во-вторых, жучок тебе подложить. Знаете, если бы... А, я подумала, что у него глаза какие-то черные. Мне кажется, что с чувством юмора у них проблемы. С военными. Ну что, мы с тобой поболтаем, да? Подбросим тебе жучок. Я... Ох, ты ж, ё-моё, посмотрите, сколько тут военных. Особенно дамочка с зелеными волосами, это просто нечто. Ну, давай мы с тобой обнимемся. Жучочек, я тебе. повесила. Так, подожди, не догадался, как думаете, нет? Нет? Не заметил. Я предлагаю подложить кому еще жучок. Давай мы, может быть, тебе подложим. А, давай мы тебя по-дружески. Будем уже культурными. Не заметил, это хорошо. Давай мы тебе подложим. Чувак, подходи. Значит, это у нас какая-то шишка. Ты у нас кто? Ну, ты у нас военный, правда, ты у нас тоже военный. Но мне что-то подсказывает, что у тебя тоже можно что-то интересное узнать. У нас фестиваль Умникон, но мы туда явно с вами не отправимся. Так, ты у нас кто такая? Ты у нас Патриция Фокс. Ты мне не интересуешь. А тебе можно, да, жучок подложить? Давай, обнимашечки. Эй, а ты не поли, пожалуйста. Ты ничего не видел. Все, готово. А, не заметил, как ему подкинули. А я хотела кому еще подложить? Я хотела ученым. Вот смотрите, у нас ходит дама с рыжими длинными волосами. Стой, пожалуйста, будь добра. Да ну стой же ты. Тебя что, невозможно остановить? А возможно остановить. А, давай мы тебя дружески поприветствуем. Я хочу посмотреть, может, тут еще какие-то ученые есть. Ну, чего ты? Настроение у него, видите, или плохое. Что ты делаешь? Поболтать с Келли. Не-не-не-не-не, ни с кем сейчас тебе болтать не нужно. Вообще, ты находишься в баре, тебе стоит музычку какую-то включить, потанцевать, еще что-то сделать. Чувак, вставай, давай. Да ладно, только не говори, что ты сваливаешь. Мадемуазель, я хочу тебе смешно представиться. Может, ты мне что-то про Стрэнджервиль расскажешь? Ты вроде бы без э, этих самых... Без синяков, да? Да нет, ты тоже с синяками. Я уже надеялась, что у нас хоть один нормальный ученый здесь будет. Но нет. Нифига. Пока что жутких персов здесь нет. Обратите внимание. М -м, привет. Ты так хихи только что произнесла. Давай с тобой поговорим. Что-то она какая-то тоже без настроения. Все, сваливают. Работать наконец-то пошли. А тут то -то только наша сестрица и работает. Проходим, проходим мимо. Давай мы тебе подбросим жучок. Ага, можете не беспокоиться из-за нашей тайной лаборатории. Ну да. Ну да, мы с вами видели, что там у нас в тайной лаборатории. Даниэль Беннет. -ху -ху. На фестиваль нет с тобой, я точно не пойду, ты же странный не заметила хорошо мы можем попросить э, поделиться, с, поделиться с ней фотографиями так у нас тут еще один идет типок типочек стоять э, да мы тебя дружески поприветствуем. я даже не знаю с кем тут лучше познакомиться поближе о мадмуазелька, знаете она у нас из дель-сульвели решила сюда отправиться тоже наверное посмотреть что за ужасы происходит в этом городке подождите да ладно у нас тут все знаменитости решили потусить ну хорошо тусите сколько хотите ты подойдешь ко мне или нет Ага, поздоровались мы с тобой. То есть у нас сейчас тут кучка ученых собирается. Подбросим тебе жучок. И я бы хотела, может быть, ну, поговорить про Стрэнджервиль для начала. А там уже будет видно, а ты что на меня так смотришь? Ребят, мне кажется, или она как-то на нашего норма накосила. Чудненько. Узнаем тебя получше. Я думаю, что нам стоит с кем-то все-таки подружиться. Жаловаться на этот самый, я не хочу на, ни на что жаловаться. Поделимся грандиозными идеями, мы же с вами гений. Мы, знаете, с вами такой вот любить В смысле? Подожди, чувак, ты меня не интересуешь. Да блин, ну что ж такое? Вот ты меня только интересуешь, стоять. Стоять, стоять. Мы тебе можем излить чувства. Кстати, подождите, а это... Это не... Да, ребята, это же тот парнишка из трейлера, по-моему. Ладно, нас интересуют ученые или военные, только они нам могут предоставить ключ. Узнаем, как прошел день. Попросим провести время вместе. Проведешь со мной время? о, -о. Ребята. По-моему, вот наш один из зараженных, ну будем так называть их. Вы только посмотрите на эту рожу. Какая же она жуткая. Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно. Меня немножко удивляет, что как-то люди вообще не реагируют. То есть как бы тут у нас военные ходят, и ученые, и никто не обращает внимания. Вообще никто. Давай мы попробуем узнать, как твой день прошел. Она себе вообще по каким-то делам пошла. Покажем тебе пародию. Поговорим еще. Ага, теперь твое внимание город привлек. Это... Конечно, здорово. Я надеюсь, что ты не решил обсуждать теории заговора. Я надеюсь, что он не решил свои эксперименты э, в город запустить. Поговорим, поговорим. Раскроем тебе потрясающее устройство. Хорошо. Фатальные последствия того, что происходит в кратере. Поделимся грандиозными идеями, поделимся фотографиями. Нам нужно сейчас его как-то расположить на свою сторону. После работы Джеки вернулась домой и немножечко успела отдохнуть. Давай-ка мы с тобой сейчас перекусим и отправимся с тобой, наверное, в ту тайную лабораторию. Кстати, мы тут неплохо подружились э, с местным ученым, но мне кажется, что толку от этого особо не было. Так, конспиролог, да? Мы тебя э, поприветствуем, по-дружески, и ты мне расскажешь тоже что-нибудь -что интересного. То, знаете, толку особо от того, что мы подружились э, с этим самым с ученым, вообще не было. Вообще никакого. Я хочу, чтобы наша Джеки сейчас отправилась э, в... Кстати, подожди, давай мы подложим какой-нибудь жучок. Купим жучок. Раз, два, три, четыре. Тоже четыре жучка прикупим. Она, между прочим, принесла аж 200 симолеонов. Что у тебя вообще тут? Э, навык фитнеса, физические упражнения. Ну да, нам нужно будет немножко прокачаться. Но сначала я хочу отправиться в ту тайную лабораторию, посмотреть. Может быть, мы не все до конца там успели изучить. Заодно мы что-то интересненькое найдем второй раз мы приходим в лабораторию, и второй раз нам нужно в туалет. И что я вам хочу сказать, друзья мои, искать доказательства мы с вами можем. Возможно, игра нас подталкивает к тому, что мы как бы не все тут осмотрели. Так, что мы можем с тобой еще посмотреть? Эти цветы мы пока что трогать не можем. Искать доказательства. Так поищем еще доказательства, тут поищем доказательства. Может, нам как раз всего этого хватит, но нам нужно будет подружиться с кем-то из военных, как вы помните. На обратном пути, так как мы с вами докупили достаточно много всяких жучков, я думаю, что мы сходим к нашему товарищу с самолетом. Что-то мне подсказывает, что он не так прост, как кажется. Так. Вот это жутко выглядит, да? У нас тут перевернутый автомобиль, и явно здесь что-то скрывается. Сюда, к сожалению, мы выбраться не можем, что, конечно, очень и очень меня расстраивает. Но давай пока что займемся поиском различных улик. И у нас уже есть 15 улик, друзья мои. Давайте попробуем составить тайное досье. Причем мы что угодно тут находили. Ну, что ты мне скажешь? Тайное досье может пригодиться для получения магнитного ключа от тайной лаборатории. Загляните, на тайный склад? По, тай... По тайной склад? Серьезно? Хозяин на лавке древности, или расспросите ученых и военных. Ух ты! Как вы думаете, а где может находиться этот склад? Я в любом случае... Подожди, все, мы больше не можем обыскивать? Да ладно. Все, ребятки, мы тут все обыскали, поэтому нам, в принципе, больше сюда можно и не возвращаться. У нас, как видите, есть что? У нас есть наши жучки. У нас есть почему-то яичница с беконом. Мы с собой ее... Таскаем ее здесь. Нельзя здесь оставить? Да ладно, блин. И у нас есть с вами тайное досье. Мы можем, кстати, отправиться сейчас к нашему другу в самолете, его проспрашивать, оставить жучок и потом отправиться в город. Когда мы пришли к нашему другу, уже было совсем-совсем темно. Поэтому мы... А, мы можем и так просто к тебе спуститься, даже стучаться нет необходимости. Или есть необходимость? Нет, нет необходимости. Я надеюсь, что он дома. Ты дома. Мы тебя уже знаем, давай запросить магнитный ключ. Нет, у него мы точно не запросим. Хотя, если, может быть, он военный летчик, а нам сказали, что только у военных были ключи, может быть, он нам сможет подкинуть ключик. Ну, чувак, ну пожалуйста. Между прочим, заметьте, у нас уже потепляло. Теперь мы ходим вот в таком вот наряде. Э, джинсики такие, футболочка, маечка, топик. И, собственно, в таких вот макасинах, как видите, она у нас любитель более э, строгого наряда, скажем так. Никаких юпочек, княшечек и так далее. Ну что, чувачело, ты мне дашь магнитный ключ. Оторвись, пожалуйста. Дай мне ключ. Или все-таки не ты мне дашь ключик? Я всего лишь летчик. Угу. Раздает ли ключи каждому встречу? Ну, понятно. Мы можем с тобой посплетничать о соседях, собственно, про нас э, самих посплетничать. Мы можем похвалить твой дом, сказать, что у тебя просто великолепный дом. И сейчас мы тебе подбросим жучок. Подбросим тебе жучок. Понятное дело, что наша. Джеки уже спать хочет. Она уже хочет спать, и нам как-то надо это все решить. Нам еще и на работу нужно завтра успеть сходить. Поэтому, скорее всего, мы сейчас с тобой недолго здесь будем тусить. Чувак. Достаточно доказательств, вы можете убить ученого, дать вам магнитный ключ. Вот чего я сегодня хочу добиться. Я хочу получить этот дурацкий ключ. Супер. Готово. Жучок поставлен. Ага, ты не заметил. Все, прекрасно. Ну что, давайте попробуем отправиться к какому-нибудь ученому, или же, может быть, военному, кого первого встретим. Мы попробуем запросить себе магнитный ключик. Я решила этих двоих отправить спать, потому что что наш братец почему-то решил лечь поспать прямо. Ребята, вы даже не представляете, где я его нашла. Он лежал на лавочке. Вот здесь он почему-то примостился на лавочке, когда я вернулась домой. Ну и я нашу Джеки решила отправить поспать, потому что, как видите, нам скоро на работу а как бы она не выспится, и будет потом очень и очень большая беда. А так, может быть, мы... Нет, до повышения мы пока не дотянем, нам же нужно было фитнесом позаниматься. У нас осталось три часа до работы, и Джеки более-менее выспалась. Давайте посмотрим, в ночном городке хоть кто-нибудь ходит? Или все легли спать, у нас тут только машины ездят. Да ладно, неужели никого здесь нет? Вы что, издеваетесь? Я что, зря встала из кровати? Иди и за компьютером посиди пока что, я буду кого-нибудь выискивать. Нам нужно с кем-то поговорить, потому что... Во вот, стоять! Стоять! Ой, мамочки, какая... Какая ж ты, Тара Блум, немножко... Немножко странная. Пошли поговорим с Тарой. По крайней мере, она у нас тут не шатается, она у нас не нападает ни на кого. Кстати, о наших... Ну почему ты здесь ходишь, чувак? Ты понимаешь, что ты очень жуткий внешний. Я не хочу тебя видеть возле моего дома. Побежали. Ой, недовольная ты наша. Посмотрите, как он странно реагирует, когда мы выходим из дома. Он как-то по-другому, по-моему, начинает ходить. А, Тара, мне нужно с вами поговорить. Понимаете, поприветствуем мы вас дружески. И мне вообще желательно получить у вас магнитный ключик. Как видите, они не хотят делиться с каждым встречным, поэтому нам придется хоть как-то доразговаривать, да, Тару. Слушайте, какая-то она злая, по-моему, нет? Ага. Доказать, что у них можно будет получить магнитный ключ. Э -э Этого не произойдет. Не переживай, мы уже все собрали. Мы можем подбросить ей жучок. Слушайте, у нее такие страшные глаза. Обнимашечки. Э -э Попросить показать наряд мы не будем. Поговорим про солнечную погоду. Я надеюсь, что ты любишь солнечную погоду. А, жаловаться на работу мы не будем, бла-бла-бла. В общем, нам нужно с ней подружиться, как вы понимаете. Давайте похвастаемся. Мы отправимся на работу сегодня. Нам будет так проще, узнаем тебя получше. А, что мы можем с тобой сделать? А, дружелюбные, так, излить чувства. Давай мы попробуем тебе излить чувства. Я не уверена, что ее это вообще заинтересует. Слушайте, какая-то она злобная. Поделимся фотографиями. И обсудим с тобой твои интересы. Поговорим про прохладную погоду. Я смотрю, что у нас неплохо так с ней... Подрастают отношения. Потихонечку. Мне кажется, что пока мы с вами будем на работе, наш братец может поподслушивать, что у нас здесь происходит. Поговорим еще по прохладную работу. И похвастаемся семьей. Вот будем с ней говорить, пока не придет время отправляться к нам на базу. Ну? А кто с нами еще разговаривает? Какая-то зеленоволосая дама, но ее тут что-то не видать. А что наш братец? А наш братец отправился спать. Он что-то приготовил. Давай мы салат уберем, потому что что-то мне подсказывает, что наш пес сейчас все это скушает. Так, общайся, общайся, дорогая. Тебе осталось 20 минут, тебе надо как-то расположить. Узнаем, как день прошел. Так, стоять, ребят, стоять, 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 запросить магнитный ключ. Да ладно. Все, до свидания, я с тобой не хочу общаться. А ну, ключик дашь мне? Серьезно? Можно получить собрав. Так я уже собрала. Мне бы, конечно, не хотелось это делать, но мне кажется, что вы сможете ужасную ситуацию. Будьте аккуратней. После того, как мы закупорили дверь, туда не ступала нога человека. О, ребята, там какой-то ужас происходит. Там происходит какой-то ужас. А вообще-то, мне на работу надо. Или мне не надо на работу? Надо? Иди на работу, давай. Все, до свидания. Все хорошего. С вами очень приятно было пообщаться. Блин, слушайте, как круто. Стоять! У нас появился магнитный ключ. Я думаю, что наш брат, наверное, отправится, пока Джеки будет на работе. Наш братец может проникнуть в эту лабораторию и посмотреть, что же там творится на нижних этажах. Час дня, пора браться за работу. Я предлагаю, перед тем, как мы с вами отправимся, я хочу пос -по подслушивать, послушать, что у нас тут обсуждают наши военные ученые, потому что, как вы помните, мы подложили два жучка. К сожалению, вы знаете, что меня немножко огорчает? Мы не можем слушать тех, кому жучок подложила Джеки. То есть Джеки может только своих слушать, а он может только своих. Ну, ничего страшного. Так, давай-ка ты тут все поубирай, блин. А нет, у нас все чистенькое. Уже, я уже хотела сказать, сказать что у нас все уже запачкалось. Нет, у нас все чистенькое. Спят они, конечно, на этих кроватях очень и очень долго. Ну что, все, помыл ручки, давай-ка отправляйся, садись за компьютер, и мы сейчас с тобой узнаем, что скрывают местные жители. Я очень, конечно, хочу отправиться... Да что ты такой параноик? Нет, ну я знаю, что ты параноик, нельзя быть таким параноиком. А, я знаю, что нам с вами, конечно, на нижнем уровне, наверное, стоило бы отправляться с сестрой, хотя... Вы же понимаете, блин, меня сбивает немножко с, с толку эти кактусы, кажется, что это наши цветы пооткрывались, но это не они. Шины у нас тут... А, здесь наш товарищ сидит. Кстати, надо будет, чтобы Джеки его тоже прослушала. Я смотрю, что самая большая проблема у наших персонажей это проблема досуга. Он у нас чаще всего падает, и быстрее всего. Так, слушаем, слушаем, слушаем. Кого мы там первым выбрали, по-моему, ученого? А может и нет, а может, кого-то военного. Ну, практически, как видите, они делают это все очень быстро. Ага, я знаю, что сказал полковник, но люди имеют право знать, что происходит в кратере. Засекреченная запись, ребят, вот то, что я вам и говорила. Давайте теперь ученых послушаем. Мы получаем доказательства, хотя, в принципе, у нас уже есть много доказательств. Жучок. Подождите, наша сестра вернулась? Как ты так быстро вернулась? Ох, ты спать хочешь. А я надеялась, что ты у нас такая выспавшаяся вся пришла. Нет, придется ее отправлять спать. Ну, зато, ребят, она сделала сегодня очень важное дело. Она смогла допросить свою коллегу очень и очень хитрым способом. И, как вы видите, не зря мы с вами это все сделали. Так, а это кто у нас тут ходит? Я уже подумал... Ребят, я подумала, это наш клон. Она как-то отдаленно так на Джеки похожа. Было бы прикольно, если бы потом наши клоны здесь появлялись. Это было бы жутко. Кто у нас следующий на очереди? Следующий у нас ученый. Ага, та штука в лаборатории весь город в опасности. Еще одно. Мы с вами еще получили одну запись. Ну что, давай, Джеки, может, ты пока что поспи, и мы все-таки вместе отправимся в лабораторию, а то будет как-то немножко странно. Мы свою сестру оставили, а сами себе пошли. Последняя запись. Предыдущий а наш прослушиваемый тоже сказал, что там что-то кошмарное в секретной лаборатории, нельзя дать вырваться. Ага, лаборатория... Что, охранить только один человек, а если кто-нибудь из нее в нее или из нее прокрадется? Слушайте, мы кучу засекреченных записей с вами добыли. Но с ними пока что делать ничего нельзя. Составить э, досье мы не можем. Магнитные ключ у нас сами есть. Э, сестричка, ты у нас выспалась? Хотя бы немножечко. Да. Давайте-ка мы разбудим наши Джеки и отправимся сейчас в лабораторию. Хотя бы одним глазком мы с вами глянем, что же там творится. Вы готовы? Вот, я лично не очень готова. Я смотрю, что Джеки у нас без настроения, ты можешь посидеть пока... Ага, взломать ты не можешь. Программирование у нас не настроено. Искать доказательства. Нет, не хочу, ребят. Я хочу сейчас открыть нашу дверь. Пошли открывать. Изучить. Да, ребята писали в комментариях, что наша, получается, лаборатория будет чем-то отдаленно напоминать наши приключения в храме, с чем я, конечно же, согласна, потому что, как видели, мы пытались с вами проникнуть ниже, но нам с вами это не удалось. Ты можешь пойти пока поизучать доказательства, пособирать, что у нас тут есть, а Норман пока что будет скрывать. Хотя, ну, в принципе, логично, что Норман будет скрывать. Он же у нас тут гений. Всяких таких вот штуковин. Давай, давай, изучай, изучай, смотри, что здесь происходит. Ты же сможешь открыть эту дверь, я надеюсь. У него футболка классная. Я себе тоже такую хочу. Давай, открываем, открываем. Ребятки, он находит доказательства. Ага, нет, это не мы нашли. Эта дверь заперта, чтобы ее открыть понадобится магнитный ключ. Подожди-ка, так мы у нас же есть он. Мы не можем его никак здесь Подожди, а почему не можем его использовать? Открывает двери, ну. А, воспользоваться магнитным. Я уже думала, может, его как-то надо где-то применить. Ты что пошел делать? Ты книжку пошел читать. Настроение настроением, но сначала нам нужно все закончить. Ну что, иди сюда, моя дорогая. Подходи, пожалуйста, сюда. Мы должны сейчас увидеть этот исторический момент, к сожалению. Нам опять хочется спать. Нам опять хочется спать, мы опять с вами не выспались. Ну-ка, 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 открывай. Открывай, давай. Ребята, мы открыли... Мы открыли эту дверь. Да что такое? Это какие-то... Ребята, какие-то споры, что ли, вылетели? Или нет? Джеки, ты чего не пошла за ним? Ты иди за своим братом. Иди сюда. По-моему, мы какую-то хурму выпустили. Ребята, вы видели это? Вы это все видели? Может, мы своему брату с ним поделимся секретом? Давайте, пока они общаются, мы хоть посмотрим, что тут есть. Тут есть еще одна закрытая дверь. Там есть еще спуск ниже. Еще ниже, походу. Посмотрите, что здесь происходит. Тут выращивают какие-то странные растения. Давайте одним глазком хотя бы глянем. Сюда, я, честно говоря, пока идти не хочу. Болтать здесь физкультуры нет. А я хочу, чтобы наш братец пошел и посмотрел, что тут происходит. А, значит, требуется 15 скоплен. Спор. Задавайте вопросы в местном баре, чтобы получить инфектоскоп. Он понадобится для поиска скоплен... э, скопления спор. Но ну, мы с вами видели, где оно. Давай мы посмотрим вместе, что это у нас такое. То есть нам нужно будет пообщаться с военными. Я так понимаю, что споры это вот это вот то, что здесь у нас летает, распыленное. Ну да. Вот ужас то какой. Вы представляете, какой секрет открывают наша парочка? Брательник, пошли посмотрим. Я хочу посмотреть, что это у нас тут за растение. Вообще, что здесь у нас происходит? Никакого взаимодействия здесь, к сожалению, нет. У нас тут столики с пробирками. Мы можем только посмотреть. Тоже только столики. О, как вы думаете, что это вообще такое? Тут есть с вами какое-то взаимодействие? Нет, ничего, нет. Значит, нам нужны эти споры. А здесь у нас что? Тоже нам нужны споры. Здесь ничего у нас не трогается. Здесь у нас можно только посмотреть эти бочки, а сюда мы можем воспользоваться. Ребята, так мы сейчас можем все здесь пооткрывать. Дорогая моя, двигайся сюда. Понимаете, они у нас так хотят спать, что мы, я боюсь, что все сейчас прямо не сможем посмотреть. Тем более, что у нас будет важное задание пообщаться с военными. Нам нужно будет в любом случае пообщаться с военными, а это нужно будет делать уже на такую вот свежую голову. О Ребят, мы не можем туда пройти. Мы не стоять, дорогая моя. Нет, тебе туда нельзя. на туда отправляться нельзя. Нет, подбрасывать. Э <гас> <гас> в смысле, чувак? Ребята, он, наш брат стал... Ребята! Он стал одержимым, ребята! Он, наш брат, стал одержимым! Это ж капец какой! Все было хорошо! А теперь он заболел! И я так понимаю, что наша Джеки должна будет найти решение, да? Эти споры очень токсичные. Или работы нужна защита? Задайте вопросы про споры. Капец, ребятки, наш брат заразился. Вот это поворот, как говорится. Я думаю, друзья мои, мы узнаем, что будет дальше уже в следующей серии. Как вы видите, эта серия у нас вообще была какая-то жуткая. Мы проникли в эту тайную лабораторию, и теперь наш брат одержимый. Он стал одержим. Зато у него теперь все максимальные показатели. Ты долго будешь одержим? Ян, на... Мать зовет, и я должен ответить. Это что такое? Это какой-то у нас уже странный язык. Ладно, ребятки, я надеюсь, вам понравилось. Следующая серия выйдет очень скоро, поэтому обязательно поддержите эту лайком, жмякайте на колокольчик, подписывайтесь. Хорошего вам настроения. Пока-пока.